В начале сентября сотрудники МВД отметили 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы. Сегодня это подразделение полиции играет важную роль в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах. По случаю праздника в Люберецком управлении МВД прошло торжественное собрание. Удачи. Россия. В Люберецком управлении МВД Сергей Титов служит 5 лет. Последние 3 года является командиром взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Сегодня старший сержант полиции вместе с коллегами принимает поздравления и награды от руководства. Поздравляю своих коллег, которые вместе с нами работают на земле, в охране общественного порядка участвуют, в общественной безопасности. Очень рад, что отметили именно те, которые заслужили эти награды. Повод для поздравлений особенный – вековой юбилей патрульно-постовой службы. В Люберецкой полиции в этом важном подразделении служат 182 сотрудника, в том числе 5 женщин. Большое спасибо за ту работу, которую вы сейчас делаете. Пожелать вам мирного неба над головой, то есть непростое время мы сейчас с вами работаем. Что, я думаю, те ребята, которые сегодня получили награды, запомнят это, потому что этот юбилей прошел в год 400-летия нашего любимого округа, который вы успешно охраняете. 100-летний юбилей – это замечательная дата. Я смотрю, зал такой торжественный, светлые, чистые лица, как говорят, такой ясный взгляд. Поэтому я искренне хотел бы каждому из вас пожелать и здоровья, и удачи, и благополучия. В межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая есть отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции. Он состоит из роты и 3 мобильных взводов. Их основная задача – патрулирование территории, обеспечение общественной безопасности, реагирование на вызовы граждан, предотвращение правонарушений и оказание помощи нуждающимся. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.